Запись пошла. Conquer, fight. Так, следующий кто у нас идет? Надо обязательно турнирные вариации ставить. Шива. На том аккаунте Шивы не было. Поэтому... Поэтому придется так. Как удар захват. Спуск дракона. И меня придет спуск дракона, Шива может выбирать направление своего приема. Захват Шукана. Добавляй прием захват Шукана. Шива может схватить противника в воздухе. Добавляет прием дрожь. Его подпрыгивает и ударяет ногами по земле, вызывая легкое землетрясение. Ну, как-то не особо вариация хорошая, если честно. Бросок щита, вращающийся дракон. Рывок дракона. А, удар захват давайте. Давайте эту вариацию. Ну, я не буду с ней начинать, я ее поставлю. Мне просто накапливается довольно-таки бесполезный. Лютый дракон. А это что? Злая королева. Лесское наказание. Что может такого противника серии низких ударов? Добавляет прием марш смерти. Шива подходит к своему противнику и наносит зверский удар ногой. Ага. Заменяет прием неукротимая ярость. Шива может привести захват противника, находящегося в положении сидя. Так, наверное, лютый дракон выберу сначала. Потому что в нем какие-то варианты есть. А это вниз-вверх не особо интересно. Ну, классический Шива такое было, конечно. Злая королева, окей. Королева Шуканов, если кто не в курсе. Так. Да, захват вроде ничего, да, но мне кажется, лучше лютый дракон. Пойдем в вариацию лютый дракон. Character, customer, fight, conk, story, classic towers. Просто она мне кажется более предпочтительнее. Так, Шива. Шива. Лево Шуканов, кровь дракона, лютый дракон. То есть нормальная. Первый у нас Девора. Окей. This one could never serve a Shokan. Nor could I serve a Kai Tin. Only death can end this deadlock. Женщина какая страшная в этом костюме. Я про Девору. Ай. Ну Шива, я помню, очень мощный был персонаж. Нейротоксин. Что за вариация такая? This queen grows bored with you. Round two, fight. А вот это удар ногой прикольный.
Ах ты, блин. Блин. О, тут еще и это есть. Russian Bull. Раза вниз квадрат. Fatality. Shiva wins. Нормально. Ну даже хорошо. Эрн Блэк. My heart wants to love you, Miss Shiva. So say many men to the queen. I ain't many men. I'm Aaron Black. Round one, fight. Блин, нету комбы такой интересный. Хотя нет, вот что-то есть. О. Ай-яй. You will suffer. Ты будешь страдать. Round two. Fight. Ай-яй. Это говорит, что у Шивы довольно-таки, ну, мало вариантов таких. Комбы, да, у нее. Вроде как нормальных комб-то нету. Это не как в МК-3. МК-3, да. Она там, конечно, мочила всех. Вперед не снит, вперед фронт-кик. Фронт-кик. Треугольник, наверное. А, блин, это не фронт-кик. Shiva wins. Это удар рукой. Ладно. Вперед не сниз, вперед фронт-кик. Фронт-кик, наверное, шок. I'm not sure I can forgive your service to Shao Kahn. Did I ask for forgiveness, Earthrealmer? You'd be wise to, Shiva. Round one, fight. Hi. Round two, fight. Ай. Блин. Ай.
Ай-яй. Ну-ка. Нет. Фронт-кик это... Я фиг знает, что такое фронт-кик. Сейчас проверю, что такое фронт-кик. Так, фронт-панч. Это квадрат, по-моему. Наверное, X. Робокоп. Идет не сниз, да? Вперед, а не сниз, вперед. Where I am from, we do not have Shokan. What species populate your outworld? We do not have outworld either. И внешнего мира у нас тоже нет. Весело. Да нифига себе ты. Блин. Блин. Я таки выбил победу. Блин. Ай-яй. Final round. Fight. Ай. Да ты... Да, X. Fatality. Жестко. Shiva wins. Она могла бы своей ногой и говы, и вообще размужить, или как сказать по-русски. Джокер. Давайте подружимся с Джокером. Is it true big girls don't cry? A Shokan would die before showing weakness. I'm sure I can make you do both. Round one, fight. Улыбка. Хорошее название вариации. Блин. Ну
Да, назад вперед надо делать ей приемы. Раунд 2. Файт! Так. Ай! Да ты зараза! Чистый звук. Это назад не сниз. Я даже не знаю, как это, как она на этом играла. Да ладно. Котлькан! Башку ему снесем. Acknowledge your emperor. First, bend your knee to Queen Shiva. You forget your place, Shokan. Round one. Котр, конечно, выглядит как варвар какой-то. Котль варвар, короче. Августейший. Название вариации странное. Ох, ё-моё. Блин. Надо сделать фотобол хоть раз. Ай-яй. Блин. Фотобол зря использовал. Фатальный удар. Фига он комбит. Stand down. Final round. Fight. Stand down, это, наверное, лежать переводится, да? Ай-яй. А чё же он такой? Со своей кошкой-то. Ох, ё-моё. А, он восстанавливает жизнь, ищет себя, обалденно. Блин, ну и нафиг. Не снес башку, так не снес. Если попробовать снести башку, он меня еще завалит.
Ладно, у нас много еще есть кто. Кому можно башку снять. Are you Earthrealm's friend or foe? I am friend to those who stand and fight. Then let us be friendly foes. Round one. Fight! Враждующими друзьями? Это странное. Ну ладно. Ох, нифига ты, Рейден. Блин. Блин, а захват как делается-то? Вперед-назад или? Назад-вперед. Или там вниз-назад вперед какой-нибудь. You will suffer. Round two. Fight. Ай-яй. Блин. Ну-ка. А, вниз вверх тоже есть, да? А, тут есть этот вниз вверх. Окей. Так, бруталити. I am Queen Shiva. Shiva wins. На захвате надо было. На захвате вниз надо было зажать. Но это, по-моему, не этот захват. Так, Китана, блин. И еще одна Шива. Окей. Recall teaching me to wrestle? You were my best pupil. Now the student has become the master. Это мы еще посмотрим. Блин, а какой? Почему бросок-то не оборвался? Ох, ё-моё. Ну захват-то не получается сейчас. Ох, нифига вер, можно так даже. Какой захват надо сделать? Вот этот? А, вот этот надо захват сделать. Окей, сломанием костей. Блин, там такой огромный паук. Страшный, блин. Блин, фатал гол. Да. Да хорош. А, не получилось, почему? Без кожи. Держит низ во время удара, бросок назад. Как бросок назад? Просто бросок. Давай попробуем. Ай, блин. Да. Серьезно?
Не получается. Как не написано, назад бросок. Я попробую сделать назад бросок. Find it in your heart to forgive Kotal. He has yet to suffer for killing Goro. Goro shed first blood, not Kotal. Round one, fight. Да ё-моё. А где назад-то? Так. Рот в воздухе, вниз РТ. Не с прикатом. Левый ЛТ, правый ЛТ. Бросок назад, просто ЛБ. Держать вниз во время удара. Вот сразу надо сразу бросать и удерживать. Ай-яй. Блин. Take your time getting up. Round two. Fight. Да блин, зараза, а? Блин, вперед вниз или как оно делается? Теперь назад вниз. Блин, это плохо. Не, это проигрыш, по-моему. Ух ты, нифига себе, наказал, смотрите-ка. Блин, надо было вариации поменять. Давайте вариации поменяю. Сива. Давай королева, давайте попробуем. Больше вариантов. Round one. Fight. А, это с зонингом, с огнем, да? Привет, Роман. Ну это нормально комбиться то. А, да, вот это классно тоже. За ногу хватает. Ну, блин, блочится, конечно. Ух, нифига она. Раунд 2. Файт. Так. Ha ha ha!
нормально. Блин. По-моему, та вариация вам получше была. А, вот как она делается. Жесть, это надо сразу нажимать вниз. Только схватил. Стирание кожи как МВМК-3. Только дело в том, что там до скелета кожа сдиралась. I enjoyed a close friendship with Prince Goron. You used him for your own ends. Why, Lady Shiva, I would never. Round one. Тансунг такой, конечно. Персонаж вообще капец. Такой злодей просто вообще. Не знаю даже, что сказать. Настолько продуманный злодей. Но мы его довольно-таки быстро завалили. Ты будешь страдать. Винить Сойку 3 раза. Раз, два, три. Делать 3 броска, вы что, издеваетесь? Я пока эти броски сделаю. Блин, не получилось. О, фига, защитный сработал. Shiva wins. Всё, Шансун без башки остался. Так, Шива против Шивы. Вот как я Кронику буду бить, я не знаю. If we are truly alike, we will fight to a draw. One of us will prevail. Then may your death be swift. Round one. Fight. Эй, наоборот будет. Ох, нифига, вот это огни. Наследие Гора. Как это захват-то делается, ё-моё. Ох, кое-как от фотобол ушёл. Goro couldn't compete either. Round two. Fight! А, ну ладно. Давай так. О, комба. Ого, а это что за такое, за захват? Да блин.
I am Queen Shiva. Shiva wins. Я вообще рисковал, конечно. Она фотобол сделала, а я ее схватил. Я думал, не получится, я думал, фотобол быстрее будет. А вот кронику хватать нельзя. На нее броски не работают. Round one, fight! Ё-моё! Так, кабал! Куда она побежала? Блин, терминатор. Это опасно. Ай-яй. Ну, шансы в ракете есть, да? Завалить ее. Я проиграл на терминаторе. Да блин. Эх. Да иди ты. Так, Джокер, товарищ. Иди отсюда. Сейчас процентов урон нормальный. Но не на кронике. Да блин. Да хорош. Ах ты, блин. Есть.
A lifetime of battle prepared me to conquer Kronika. But as the Keeper of Time, I must be a creator, not a conqueror. I thought of the many sons and daughters I've lost in battle through the years. Imagined a better destiny for my kin. A history where the Shokan build rather than destroy. The results were catastrophic. Comfort and ease extinguished the dragon's fire that once lit the heart of every Shokan. They became weak, corrupted fools. The timeline had to start again. War, for all its tragedies, is the forge of Shokan will. My people will fight. Many will die. But I will lead us to victory. Kintaro. And in the aftermath, the dragon's fire will blaze in Shokan hearts for eternity. Короче, если не будет не Шокана не будут воевать, они просто превратятся, так сказать, в собаков. Получается так. Это логично, в принципе. Созидать, а не разрушать. Созидать у Шоканов не получается. Такова их сущность. Шива, если хорошо играть, то, в принципе, ну, еще научиться более-менее играть, то это хороший персонаж на самом деле. Так его ща будешь? Ну, кто следующий, за того и буду. Сейчас запись разделю. Classic Towers.